Можжевельник виргинский, грей олд. Максимальная высота этого данного растения может доходить 1,5–2 метров. В ширину он может достигать и 7 метров. Скорость роста, в принципе, хорошая. Высота вверх растет до 10 сантиметров в год, в ширину до 20 сантиметров в год. Морозостойкость данного растения составляет порядка 28-32 градусов мороза. Место посадки преобладает, сейчас идет солнышко, либо полутеневая зона. В тени он будет страшный, очень даже страшный. А так он, видите, яркий, насыщенный даже после морозов сине-зеленый цвет. Хорошо поддается стрижке, формировке в различные топиарные формы. Его очень часто берут за счет своей неприхотливости. Но все-таки взрослое растение очень боится пересадок. Поэтому если будете пересаживать такой можжевельник взрослый, то обязательно надо будет контролировать. Почему? Потому что у него корневая система стержневая, и основу вы будете срезать. Не в стороны расходятся. Посадка этого растения производится. Что мы берем? Немного хвойного грунта. Не любит перелива, поэтому обязательно делаем дренаж, если у вас грунтовые воды. Хвойный грунт, чуть песочка можно добавить речного, для чтобы быстрее корневая разрослась. И при посадке обязательно проливайте корневина несколько раз, раз в 2 недели. И тогда это растение будет вас радовать. Растение довольно-таки засухоустойчиво, но не на длительный срок. Поэтому полив в летнее время первые 3 года делаем примерно 2 раза в неделю. В дальнейшем он будет довольно-таки хорошо себя чувствовать. Мучировать корой можно. Можно вносить и торфяной на зимовочку, чтобы хорошо себя чувствовало это растение. И тогда оно будет вас вполне хорошо устраивать. Цвет у него очень приятный. Даже сейчас нет солнышка, а цвет у него такой воздушный, голубенький. Ягодки у него яркие, синие. Появляются еще и на зиму яркие такие шишечки некрасивые. На предыдущем видео видели, они такие коричневатые. Добавляют изюминку этому растению. А так это прекрасное растение для групповых посадок или для отдельно стоящих. И для топиарных форм вообще прекрасно. За счет своей скорости роста и легкой формировки. И неприхотливости. Всем хорошего дня. Надеюсь, все понравилось. Ставьте лайк. И будем рады видеть вас на нашем канале. Всем всего доброго!